Всем доброе утро, всем привет. День уже наступил, кто-то еще спит, кто-то еще отдыхает. Но, как ты видишь, я уже за рулем. Короче, на этой неделе у нас не получилось приобрести подарок для Ольги. Поэтому мы будем делать магию своими руками. Что именно будет магического, ты увидишь. Хочется просто разбавить серые будни яркими, насыщенными красками. В целом, я надеюсь, что тебе это понравится. Приятного тебе просмотра. Надеюсь, тебе зайдет. Подписывайся на канал и ставь лайки. Всем приятного просмотра. Тебе положили, ты даже не заметил. Я хочу тебе. Я думаю, ты уже все умеешь. Просто прикладывай. Нажми старт, наверное, да? Еще? Давай еще раз. Ну, я думаю, 10 минут будет мало. Все? Да. Я же хозяйка, я вот стираю. Умничка моя. Все сама. Нажимаю сама. Okay. Это не наша Женя, наша вот. Опс. Наша песня хороша, начинай сначала. Давай. Уже даже в Бонду нашла эту штучку, да? Женечка, подскажи мне, я все опять 4 вытираю, да? Да, верхние. Ничего. B05, смотри, B05. 5, 10, 5, 4, 5, 10. Вот. B05 вычеркиваем? Вообще не знаю, что происходит. Я не понимаю. 83. А ты туда залезешь? Думаю, да, что? Да я не могу вылезти. Спрашивай. Я, посмотрите, как расстроился, моя зайка играла, и, короче, мы ничего не выиграли. Так неинтересно, надо вот так вот. Ой, она соленая? Да. А она будет болтать еще, что ли? Я не болтал. Ты Деду Морозу что-то сделал? Папе. Приятного аппетита. Мясного. Я тоже в кадре буду.
Тут пришли два профессионала. Куда пришли? Сейчас мы тут всех порвем, да, золотце? Это наша тренировка после длительной поездки. Как ты? Где? А, нет, не пробую. Давай я буду принимать. Ой. Ярик! Это был наш арбитр. Арбитр, да? Катерина? Чисто твоя. Мне послуживала. Это наш видеооператор. Вась, ну что, проиграла? О, смотри-ка, у дяди полицейского машинка большая. Красивая. Тебе нравятся такие машинки? О, смотри, вот еще. Я хочу на вот это покататься. Можно? Это, слышишь, Мерседес? Короче, в одном ролике у нас получится и вот такие вот SUV, и вот такие вот старенькие форды. Все, я пошел. А куда ты меня ведешь? Почему ты в слезах все? Сейчас что-то будет происходить со мной? Можно я от тебя выйду? Отпусти меня. Не держи меня. Что за темный переулок? Куда ты меня привела? Чего тут одни машины стоят? Ао! Люди! А, наверное. Ой, что это? И поэтому ты плачешь? Потому что они тебе не понравятся. Как они мне не понравятся? Подарочек. Мне подарочек. Спасибо, тебе солнце. Подарочек. Мне очень приятно, когда ты мне даешь подарочек. Я вообще не умею подарки принимать, поэтому я очень надеюсь, что нам кто-то что-то дает. Моя любимая. Самая лучшая, самая дорогая. Никому не переплюнуть ее. А куда мы с тобой едем? Ты на меня? Так я тебя люблю. Спасибо. Мы выселяемся. Иди. А что ты стоишь? Идем. Она с тебя хохотала. Не трогай ничего. Женя. Помощник мой. А мой помощник где? А ну дай покажу. Помощничек. Вот это моська. Помощники разные. Ты же сам говорил, каждый занимается тем, чем он хочет. Вот, ты хочешь нести сумки? Женька, если ты сейчас упадешь, это будет хороший кадр. Это типа я должен сейчас упасть? Нет, не надо, не шлепнись. Как тебе гостиница? В целом плохо, если честно. И мне понравилось. Мне даже завтрак понравился. Какая погодка, Жень! Открою. Вы готовы?
смотри, музей Сальвадора Дали – это уникальный музей на юго-востоке Соединенных Штатов Америки. Это музей живописи. Что именно увидела моя мама в этом музее, увидите в следующем кадре. Все будет Украина. Там Санта-Клаус едет, ребят. Специальный человек попал в кадр. Все будет. Добро. Дорогой мой друг, в общем, ты смотришь, и возможно тебе непонятно, что сейчас происходит. Но я попытаюсь объяснить, что Олька завела меня в темный переулок и потом требовала отвезти ее на Манхэттен. Собственно, так мы и оказались в этом чудо-городе. Надеюсь, тебе было интересно это смотреть и слушать. Мы провели некоторое время в городе Нью-Джерси. Ой, I'm sorry, штат Нью-Джерси. После чего мы, как я уже сказал ранее, забрались в город, штат Нью-Йорк. Манхэттен, это остров Манхэттен. Не знаю, как это город называется, но остров Манхэттен. В общем, вся сюжетка тебе на раскладке. Ты уже все понял. Я буду признателен тебе. Ставь лайки.